Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет коллекция Cross от производителя Новодворский. Коллекция состоит из серии светильников с поворотными лампами. Их можно поворачивать, направлять в разные стороны. Также есть еще светильник на две лампы, на одну. И самый большой, длиной 1,5 метра, он на 5 ламп. Светильник полностью металлический, это у нас цвет белый, также предлагается еще цвет графит, он будет темно-серый. Покрытие у него матовое, стойки, которые держат лампу в цвете хром, а внутренняя часть основания будет темно-серая. Шнур черного цвета, он декоративной тканевой оплетки. Патрон здесь используется под лампу ЖУ-10. Максимально допустимая мощность потребления лампы 75 Вт, но лампа здесь предполагается особого формата. Она должна быть с большим отражателем. Вот, собственно, она и есть. Диаметр отражателя здесь должен быть 111 мм. Так она выглядит. Тогда как те лампы, которыми мы пользуемся более часто, с этим же цоколем ЖУ-10, вот такая, она имеет диаметр 5 сантиметров, то есть разница между ними существенная. Лампочек этих в комплекте не будет, производитель их не предоставляет, они приобретаются отдельно. В нашем ассортименте они есть, можно будет подобрать. Я использовал LED-лампу Новодворский потреблением 15 Вт, которая выдает около 100 Вт. То есть получается довольно мощный светильник, в данном случае это 300 Вт. Допустим, когда у вас высокий потолок, больше чем 3 метра, и нужен светильник подобного исполнения, тогда эта модель или любая другая из этой коллекции, то, что вам нужно. Или, допустим, это может быть торговая площадка, когда нужно хорошо осветить витрину с товаром, тогда это тоже тот вариант. И в любом другом случае, когда привычные 50-60 Вт от лампочки вам недостаточно. Можем его включить. Он на самом деле яркий. Поток света от каждой лампы довольно приличный. Устанавливать можно его на любую поверхность, на вертикальную или горизонтальную. Размеры основания у него 50 сантиметров на 3,5 и 3 отверстия для установки. Расстояние между отверстиями будет 23,5 сантиметра. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!